Воздушные шары, танцы и звонкий смех в 11-м многопрофильном лицее в канун Дня защиты детей отмечают сразу несколько праздников. Конец учебного года и приближающееся лето. Яркое мероприятие объединило самых старших и самых маленьких учеников. Фестиваль детского творчества «Зажги звезду» проводится впервые. Он пришел на замену традиционным в лицее «Минуте славы». Новый формат праздника предложили активисты школы. В конкурсе приняли участие лицеисты нашей школы, учащиеся. Они подали в различные 11 номинаций, было у нас представлено. Это творческие номинации, это участники олимпиад, различных конкурсов научных. И они смогли попробовать себя. Было очень много портфолио представлено экспертному жюри. И вот из портфолио выбирали самых лучших ребят. Экспертное жюри в лице педагогов выбирало лучших вокалистов и музыкантов, лидеров общественных организаций, писателей и чтецов, спортсменов и танцоров, художников и актеров, а также самых умных, добрых и творческих ребят. На празднике подвели итоги года, вручили памятные призы и подарки, поздравили с наступающим Днем защиты детей. Мы играли за школу этой осенью, заняли второе место на муниципальном этапе. Но мы очень этим гордимся. И нас опубликовали в газету. Да, потому что это очень важное для нас достижение. Мы никогда еще так хорошо не играли. Еще мы играли 3-3, тоже осенью, там тоже заняли второе место. И по турниру 2009 года у нас было третье место. Да, это очень важно для нас. Поздравляли детей с праздником и приглашенные коллективы из городских школ искусств. Также в программе были мастер-классы по рукоделию, зажигательные танцы и рисование мелом на асфальте. Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Управда ТВ.